Для получения допуска в Рим ответьте на простые вопросы. Самый известный римлянин всех времен. Рассел Кроу. Правильно. Назовите главную причину безработицы в Риме. Разорение. Правильно. Вопреки известному убеждению, сколько на самом деле заняло строительство Рима? Один день. Да. Самый популярный в Риме форум. Reddit. Правильно. Самый бесчестный римлянин всех времен. Роман Абрамович. Ответ Полански я бы тоже принял. А, да, точно. Почему нельзя ставить крест на римлянине? На нем он тебя и распнет. Так и есть. Что делает римских легионеров такими сексуальными? Мини-юбки. Да. Назовите древний транспорт, очень популярный в Риме, состоящий из хлипкой повозки, ведомой силой двух лошадей. Фиат 126. Да. Какой император был известен коррупцией, тиранией и развратными секс-вечеринками? Сильвио Берлускони. Да. Назовите трех самых известных римских цезарей. Цезарь Август, Юлий Цезарь и Салат Цезарь. Правильно. Почему у римлян такие хорошие отношения с завоеванными народами? Потому что они умеют наводить мосты? Нет, благодаря отличной дипломатии. Закончите следующую фразу о Риме. Все дороги ведут к... пробкам. Правильно. Закончите фразу, будучи в Риме... Берегись карманников. Воистину. И, наконец, в римских цифрах что идет после тройки перед пятеркой? Один. Правильно. Не всякий поймет. Добро пожаловать в Рим, джентльмены. А теперь пройдемте в Колизей. Надевайте. Я выведу тигров. Но почему всегда вот так? Ну да, я знаю. Это ты виноват. Это ваш шанс. Слушай, это круто, когда ты смотришь фильм, он тебе понравился, но в личном присутствии не круто. Ну, вообще, это неприятно. Да, это очень больно. Если честно, я только за этим сюда и устроился.